Добрый день, новости в эфире, в студии Анна Рязанова. Смотрите сегодня. Пени за несвоевременную оплату счетов за воду начисляться не будут, но только до 1 апреля. На такие меры пошла компания РВК-центр. Из списков солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной, исключено еще одно имя. Останки бойца захоронили в Архангельске. 6 волейбольных кортов будут доступны круглый год. В Архангельске начал работу центр пляжных видов спорта «Бора-Бора». Пени за несвоевременную оплату счетов за воду начисляться не будут, но только до 1 апреля. Кроме того, февральские счета можно будет оплатить до 25 марта. На такие меры пошла компания РВК-центр. С конца прошлого года организация взяла на себя функции водоснабжения и водоотведения в Архангельске. В связи со сменой поставщика возникла неразбериха. Не все горожане передали новой компании показания своих счетчиков и затем получили некорректные счета. Сейчас РВК-центр предлагает несколько способов сообщить о показаниях счетчиков. В личном кабинете на сайте архводоканал.ру, в кассе и центре обслуживания РВК-центра на Касаткиной 9, смс-сообщением или позвонив по телефону. А также через платежные системы Сбербанка или при оплате квитанций на Почте России. Из списков солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной, исключено еще одно имя – красноармейца Дмитрия Крылова. Останки бойца были обнаружены в ходе экспедиции наших поисковиков в Карелии. Удалось найти родственников. Они приняли решение похоронить отца и деда в Архангельске. На церемонии прощения был и Артемий Заварзин. На Вологодском кладбище звучит гимн России, страны, которая все отчетливее слышит эхо роковых сороковых, когда история возвращает имя очередного солдата. Установить его удалось по смертному медальону. Останки Дмитрия Крылова обнаружены северодвинскими поисковиками в карельской экспедиции. Вероятнее всего, красноармеец погиб в августе 41-го. 41-й год – это сложные бои, это направление отвоевывали Кировскую железную дорогу, чтобы враг не смог отрезать железнодорожный путь и доставки, допустим, вооружения, продовольствия и так далее. Архивные документы часто расходятся в датах, но точно известно, что уроженец Вологодской области Дмитрий Крылов призывался Соломбальским комиссариатом. Здесь, в Архангельске, в 41-м остались жена и дети. И как часто бывало в войну, о судьбе ушедшего на фронт узнавали лишь спустя пару лет. Пришла бумага, без вести пропавший, все. И больше ничего. Мама писала, там везде узнавала, ничего. Да, мама моя, ну ему жена, папина. Надеялись, ждали, долго ждали. А потом мама вот умерла. Мне уже 80. Так что, когда идут, время идет. И 75 лет забвения прошли. Могила Дмитрия Крылова теперь на воинском мемориале. Вообще это достаточно на сегодняшний день уже редкое событие, нахождение медальона, нахождение имени, да, то есть, чтобы было понятно, кто этот человек. Многие остаются, к сожалению, безымянными, и поэтому это большое событие, и очень рад, что достаточно большое количество людей решило отдать должное и поблагодарить, в том числе хотелось бы и поисковое движение. Поисковому движению «Поморье» в этом году 30 лет, но никаких пышных торжеств. Сейчас верстают план новых экспедиций. Поисковики отправятся в Ярославскую, Ленинградскую области и вновь в Карелию. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, «Регион 29». В Архангельске появилось место, где будет царить вечное лето. В столице Поморья открылся центр пляжных видов спорта с жарким названием «Бора-Бора». 6 кортов будут доступны круглый год. В день открытия новый комплекс оценили титулованные волейболисты из разных городов страны. Екатерина Гриценко продолжит. Между холодом архангельской весны и теплом Полинезийских островов преграды больше нет. Бора-Бора – это 1500 метров песка и комфортной температуры. Волейбол, футбол, регби – площадки, предназначены для активного отдыха и профессиональных игр. Уже не первый год проводятся чемпионаты в летнее время года. И, конечно, вот такой комплекс, который здесь сегодня открывается, будет создавать условия для того, чтобы наши ребята совершенствовали свое спортивное мастерство. Первыми испытывают поле звезды пляжного волейбола. В мужских командах чемпионы Европы и мира. В женском матче архангельские спортсменки Елизавета Луткова и Кристина Кукушкина сразились с мастерами спорта из Москвы. Классный размер зала. Очень понравилось, что
на подаче, да, не надо сжаться к линии, можно спокойно отойти подальше, подать подачу. Главный аспект – это то, что тут очень высокие потолки, вот, что очень хорошо для пляжного волейбола. Очень теплые, то, что именно пески с подогревом. Проект стоимостью 170 миллионов рублей был реализован меньше, чем за год. Строительство началось в мае 2018-го. Теперь для молодого района Майская горка – это инфраструктурный объект. У нас есть проектная документация, то есть будем искать возможность построить Карпогорскую. Говорили с региональной властью, с губернатором, вот, потому что прекрасно понимаем, что дорога станет одним из наиболее важных элементов для того, чтобы люди сюда могли спокойно проехать. Берет гордость за наш бизнес, берет гордость за наш город, что у нас это, можно сказать, что это эксклюзив и для нашего региона, и даже и для нашей страны. Центр действительно уникальный. Это один из немногих комплексов в России, построенных с нуля и с соблюдением всех технических требований. Федерации волейбола России уже поддержали идею проводить здесь этапы чемпионата страны. Снял весь этот спортивный комплекс, покажу сегодня своим детям и, наверное, да, приведу их тоже. Познакомить юных северян с новым видом спорта – одна из задач создателей комплекса. В Бора-Бора можно приводить малышей от 3 лет. А уже сегодня в центре начала работу школа детского пляжного волейбола. Екатерина Грициенко, Ольга Красулина, Регион 29. 635 лет в этом году отметит село Яринск Ленского района. В Чегодско-Вымской летописи есть запись. В 1384-м Стефан Пермский основал здесь монастырь. Так было положено начало новому населенному пункту. А сегодня Яринск – административный центр Ленского района. Историю села изучила Елена Кермич. Административный центр Ленского района Яринск находился раньше совсем в другом месте, на слиянии двух рек – Яринга и Вычегда. Но воды подмывали и стены населенного пункта, и почву, поэтому его было решено перенести туда, где он сейчас как раз и находится. Это было в 17 веке. Кстати, тогда через Яринск проходили основные торговые пути на Москву, Санкт-Петербург, Вологду, Сибирь и даже Китай. Богатейшая история села бережно хранится в местном краеведческом музее. Он один из старейших в Архангельской области. Ему свыше 110 лет. Уникальность его и в том, что он располагается в стенах памятника архитектуры 18 века, в здании Спасо-Преображенского собора. Интерьер церкви поражает своим барочным убранством. С востока, как бы перекликаясь с декором стен, стоит большой, сверкающий золотом, пятиярусный иконостас. Мастера, которые изготавливали иконостас, уделили особое внимание именно царским вратам. Посмотрите, центральное место они занимают и как богато украшено именно резьбой по дереву. Уникальные экспонаты разместились и в самом краеведческом музее. В небольшом зале удачно смоделирована старинная русская изба, уголок орудий для промысла, торговли, есть одежда и музыкальные инструменты. Вот этот граммофон старинный, более 100 лет ему, был привезен в свое время из Нью-Йорка. Вот, к сожалению, неизвестно, кем привезен. Вот, ну, послушаем, наверное. И он до сих пор еще работает? До сих пор работает, да. До сих пор работает. Можно его попробовать завести, давайте, послушать. Яринский музей универсальный. Есть здесь и краеведческий зоопарк. Он состоит из 80 чучел животных и птиц, обитающих в этом краю. Одни из самых крупных – бурый медведь и лось. У каждого своя история. Например, этого статного красавца уже мертвым нашли охотники 80 лет назад. Только самцы носят рога, у самок нету рогов. То есть сколько лет отростков, столько лет лосю получается. Вот если посчитать… 1, 2, 3, 4, 5, 6… Ну, с этой 9, 10, 11. Нет, он умер в 11 лет? Нет, надо считать только с одной стороны. Ну, допустим, вот 5 отростков, плюс первый год они ходят вообще без рогов. То есть 5 плюс 1 – 6. Чтобы не на годы, а на века сохранить все эти богатства, нужны специальные программы, говорит директор музея Денис Иванов. В сфере культуры сейчас уделяется особое внимание. Федеральные и областные средства выделяются на строительство, реконструкцию, конструкцию и улучшение материально-технической базы домов культуры, театров, школ искусств. Но музеи пока западают. Например, последняя реставрация Яринского Спасо-Преображенского собора была почти 30 лет назад. Из-за отсутствия финансирования работы тогда приостановились. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29.
Архангельский водник завершил предварительную часть чемпионата страны на 5-й строчке в турнирной таблице. В последнем матче регулярного первенства желто-зеленые уступили в гостях уральскому Трубнику. Начало игры в Первоуральске для водника выдалось неплохим. К 11-й минуте наша команда вела 2-0. Однако затем подопечные Николая Яровича собрали большое количество штрафного времени и отдали инициативу хозяевам. На перерыв команды ушли при счете 3-3. Во второй половине игроки Трубника забросили 3 безответных мяча. Итоговый счет 6-3 в пользу хозяев. В серии плей-офф соперником водника стала иркутская «Байкал-Энергия». Первую игру команды проведут в Архангельске уже завтра, 5 марта. К этому часу это все новости. Не прощаюсь.